Нет, не надо совершенно. Надо объяснение, как работает наша судебная система. Дорогой мой, как работает наша система, это мало кому вообще понятно. Я думаю, что в буквальном смысле человек 10-15 действительно понимают, как она работает. Я думаю, что я один из них, который понимает, как она работает. Поэтому объяснять, как она работает, не надо. Legal opinion совсем другое дело. Вы взвешиваете факторы, ну, условно говоря, которые могут повлиять на решение. Вы придаете каждому фактору какой-то определенный удельный вес. Вот на это надо обратить внимание, на это не надо обратить внимание. Надо учитывать, что у нас правовая система такая. Объяснять, как она работает, нет никакой необходимости. 100%.